Всем привет, с вами Милана и Эдвин. И мы сегодня будем открывать с Миланочкой вот такую вот коробку с машиной. И там еще сидит кукла. Открывай. Давай, вот эту вот открывай. Миланину машинку взялся вот помогать Эдвин распаковывать, так как машина очень большая. Да, это вот это. А я буду держать. Давай, давайте все вместе. О, вот такая вот машина. Подожди, стой. Кукла с телогами. Кукла с тюшками. Как-то высовывается, наверное. Подожди, там снизу это вот так вот сделай. Подожди. В этих коробках всегда делают. Нет, не ножницами. Всегда делают вот такие вот завязки. Их надо убирать. О! Вот. Опа! Давайте тоже уберем. Вот, а вот смотрите, здесь тоже коробочка специально играть, как город. А, смотрите. О, все. О, а это здесь получается такой городок, как будто по-настоящему вон в городе, да? Смотри, ба, тут есть специальные штуки для этих машин. Сейчас, подожди, я сделаю. Миланочка, а что за маска у тебя такая? Little Pony. Ну ты сюда смотри на камеру. Little Pony? Uh-huh. Это откуда такая маска? Где купила или взяла? Не знаешь? Из картошки фри. Картошка фри. Опа. Вот. Покупали Макдональдс. И у них акция. Вот такие вот маски. У Эдвина трансформер, у Миланочки Little Pony. Бамблби. Так, что-то я боюсь этот. Так. А, они приклеены. Так, сейчас мы посмотрим вот машину. Такая вот машинка у Миланочки. Там сидит кукла Барби. Вот куда-то едет. Куда едет Миланочка Барби? Не знаешь? В магазин. В магазин? Вот такая вот машина. Вот можно через стекло посмотреть. Она едет за молоком. За молоком? Угу. А тут багажник есть. Так, тут есть багажник, двери. Ну-ка попробуй открыть. Багажник? Здесь он не стоит. Не, он, наверное, не открывается. Давай, нет, двери давай попробуем открыть. Сейчас будет шумно. Шумно? Вот двери тут есть. Вот. Опа, открылись. Вот. О, в машине даже можно посмотреть, да, у Барби, вон ноги там. Торчат. Смотри, тут еще вот это зеркала есть. Сейчас братик пусть зеркала сделает для ней, Миланочки. Сделано. Все? Угу. Ну-ка, поверни. Вон, теперь машина с зеркалами. И с другой стороны, да? Угу. Ну давай, Миланочка, рассказывай, что тут есть. Здесь такое внутри зеркало, оно крутится вот так это. Вот. А, зеркало крутится, да? Вот такое. Угу. Ой, упало. Упало зеркало, да. Почему-то упадает. Надо к маме прицепить. Так, машину неудобно так. Опа, ставить это. Тяжело ставить. Все, поставила. Поставила? Теперь Барби. Да, вон Барби там пристегнутая, да? Да. Ремнем безопасности. Чтобы не упасть. Отстегивай Барби. Если не можешь, дай братику, он поможет. Да нет, я этого не могу. Опа. Отстегнула? И можно сверху этот. Держи. Опа. Вот. Давай, показывай свою Барби. Вот такая она. Ноги двигает. Поставь ровненько, мы посмотрим.
снимем на волосах такую штуку. Вот, давай ножницы. Может, давай его. Ой. Держи. Аккуратно. Буквы положить. Опа. Сейчас будем держать. А вот тут еще есть. Где? Вот. Резиночка. Это резинка. Да? Это специальная. Держи. Барби такая. Понравилась тебе машинка, Мелани? Да. Вон какая красота, да? Вообще красавица, да. И впереди есть сиденьки. Тут получается две сиденьки, да? И впереди есть. И сзади еще. Но только это сиденьки для детей. Для детей? Да, это для взрослых. Ты сюда будешь свои куколки все садить, да? Да. Катать их. Ну-ка, давай посади, покатай. Помочь? Там ноги. Слева, братик, поможет. Ноги. Опа. Засунула? Она должна в другую сторону сесть. Да. Из-за этого там места нету, Милан. Да, надо не просунуть. А, нет, там есть место. А вот у тебя вот это мешает. Вот. Вот все. Теперь попробуй посадить. Помогайте. Все. Опа, села. Вот так вот. Володь, вот сверху люк есть. Где? Ну вот, она будет ехать так вот с ветерком. Высовываться. Да, можешь еще куколки потом посадить туда. Покатай меня на машину. Покатай. Давай, заводи машину. Давай. На руль сядь надо. Ну ладно, так покатай. Машина сама ездит. На руль надо сядь. Да, за руль. Вот, да. Давай, за руль посадь. А как она будет без руля ездить? Да, давай, садись. Дай папа поможет. Опа! Все. И сделаем вот так, как будто у нее волосы такие, типа, летают. Пристегни ее. Ну, потом пристегнем. Да, давай, все, давай. Покатай просто машину. Надо на руль ее руки сделать. Вот. Все. Можно катать одной рукой. А, как будто рукой, да, держит руль? Да. Подожди, колеса что-то едут, нет? Едут. Вот так, поехали, все, давай. Куда поехали, Милан? В магазин. Магазин, молоко покупать Барби поехала. И хлеб, и яички. Ну ладно. Вообще. Классно у тебя машина такая, розового цвета. Ну все, давай ты играй, а зрителям пока. Пока. Довольна, Миланочка? Да. Я с ней тоже буду. Очень-очень радостная. Ну все, всем пока. Всем пока. Пока.